Приветствую вас, друзья, в игре Rust. С вами Роман и Аня, как комментатор. И сегодня пришло время распорядиться правильно красными картами, которые я набрал. Вот они. А распорядиться это что значит? Это значит отправиться лутать космодром, который находится в центре карты Хапис. И крышу космодрома будем лутать. Я с собой взял много шприцов. Зеленую карту, красную карту и два предохранителя понадобится там. Ну и спальник еще взял на всякий случай, кину там. Одел радиационный костюм, дождался, когда настанет день. Вообще, космодром на карте Хапис находится в зимнем биоме, поэтому там холодно. Но вот сегодня проверим, можно ли там бегать днем и не замерзнуть в этом костюме. Я туда уже ходил утром. В радиационном костюме замерзаешь и вечером тоже замерзаешь, поэтому я сейчас специально так подгадал время. Подойду к твоему домику и буду тебе петь. Выйди на крылечко, ты мое сердечко. Без тебя тоскую я давно. Вот и Аня вам спела песенку. Я там был на космодроме и повторюсь, что утром замерзал и вечером тоже замерзал, поэтому так специально время подгадал. Можно туда две одежды, конечно, брать, но в этом случае инвентарь забивается, то есть радиационный костюм для того, чтобы бегать внутри, и плюс еще теплое одеяние тоже, чтобы бегать внутри, но тогда и в инвентаре места мало. Поэтому сейчас постараюсь за день управиться. Ну и заодно проверим, замерзну я там или нет. Если увидишь, где игрока, мне сообщай. Это где его быстрее увидишь? Чем я? Ну вот, на всякий случай тебе говорю. Окей. Сейчас ты пишешь как? То было тук-тук, шлёп-шлёп, а сейчас как? Топ-топ-топ. Слушай, я начинаю замерзать. Написано холодно. Слушай, может в радиационном костюме я там и не пробегаю? Так, подошел я к космодрому. Сейчас будем заходить внутрь. Холод минус 7. И здоровье потихоньку уходит. Тут же еще танк может ездить. Будем надеяться, что тут... Ну, танк не страшно, от танка-то я спрячусь. А вот если попадутся... Не слышно, да? От танка-то я спрячусь, а вот если игроки попадутся... Ну, нет, я говорю, танк вроде бы не слышно здесь, нет, да? Ой, на зеленый ящик стоял, интересно. Да я туда, я не знаю, как пройти, там дверь закрыта. А так и там вот и дырочка была, дырочка, дырочка. Танк, наверное, взорвали. Да, тихо. Но температура минус 7 так нет. Держится. Слышишь? Нет, не слышу. Нет, танк не взорвали, он ездит. Я слышу, где-то справа у тебя был. Но он, наверное, только сейчас появился. Может быть. Справа где-то я его слышу. Надо дождаться тогда, когда он уедет. Ну-ка повернись кругами. Ну вон там он впереди. Вон поехал направо.
Ты справа говорю, справа слышно. Вставляем сюда один. Так. Блин, опять здесь ездит. Успеть бы пробежать, пока предохранитель не сгорит. Успеем. Попробуем успеть. Нам надо сейчас успеть, чтобы предохранитель не сгорел. Тогда беги, Форест, беги. Да и так бегу. Так, здесь мы второй предохранитель вставляем. Так, ну бежим теперь уже в главный вход. Вот я и внутри. Надеюсь, 12 шприцов хватит. Мало. Да как мало? На предыдущем сервере 10 шприцов хватало. Да, ну ты возьми в расчет, там тебе холод, там тебе не долбал. А здесь тебе, смотри, тебе холод в сочетании с радиацией, у тебя быстрее жизнь уходит. Тогда будем с крыши прыгать. А толку, ты не сможешь подойти к зданию, тебе будет радиация, он тебя будет бить. Ты же раздетый будешь. Из дома прибегу. Тебе надо было бы, знать, что? Тебе надо было бы из дома взять еще один вот такой костюм и одежду. И вот там, где ты мешок положил, там тебе надо было закопать вот этот вот мешочек с одеждой. Да, можно было. Thank you.
Ну, вроде пока все идет путем. В предыдущий раз мне не хватило шприцов на обратную дорогу. Я спуститься не успел. Ты тогда беги сразу к вертолету. Вон там, где вертолет ящик летает. Здесь эти тогда не летают пока. А вот еще один костюм. Есть. Нет, уж все залутаю. Так ты бы эти катанги не выкрутать. Ящик. Ну, вроде бы пока все идет штатно. Одно барахло. В этот раз ничего ценного. Да. В прошлый раз, когда ты был здесь, было лучше, лут был у тебя. Только ты его не смог донести. Все, уходим. Уходим домой. Где-то дырка будет, надо прыгать. Вот она. На четвертом уровне еще там где-то будет дырка. Вот она. Так. Осталось последних два шприца. Последний шприц остался, ребят. Только бы успеть. 12 шприцов прям впритык. Танк этот где-то тут катается. Так, где я вышел? Впритык хватило 12 шприцов. Ну да, я тебе сказала, что надо. Ну, теперь до дома донести все это. Ну, у тебя хоть теперь хоть какой-то никакой, но у тебя прицел есть. Ну, я рассчитывал на восьмикратный. А ты этот прицел, этот, который у тебя сейчас, ты его изучил, нет? Нет, я его никогда не находил. Okay. Холодом так продолжает лупить.
Ну, в общем, 12 шприцов и как раз хватает в самую тютельку. Ну, значит, надо брать 14. Ну, зачем? Хватило же. Хватило. Это раз, а во-вторых, если идешь ты возле мешка своего, ты закапывай этот мешочек с еще с одним костюмом или с одеждой. На тот случай, что если ты там погибнешь, ты сюда сродишься, и одежда у тебя будет, хоть ты не голый будешь лежать. Понимаешь, да, я имею в виду? Да. Вон, тебе лучше сейчас падает под ноги. Да мне бы этот сейчас донести. Ну что, вот еще один возьми. Просто тебе его подарит. Пока я не вижу аирдропа, где он летит. Слушай, а вот такие вот как его. Вот. Ой, смотри, сколько серы здесь. 3, 4, 5. 5 серы рядышком. Да. Слушай, Герман, а вот эти вот, как его, ну как они называются, костер вот этот вот, костер круглый, они не разрушаются, нет? Разрушаются. А как? Так же со временем сгнивают. Да, ну а вот и сам ты его можешь его как-то убрать, поднять, разрушить? Киянкой поднимается, по-моему. Не знаю, я не пробовал давно этим, не занимался. Костер-то зачем поднимать? Его скрафтить там 100 дерева, что ли, надо? Нет, я понимаю. То если его, к примеру, ты в доме поставил, и вот тебе его нужно убрать, и ты его не там поставил. Как его убрать, если он не убирается? Если не убирается, тогда просто расстрелять или молотком, топором расколотить. Ну да, если не колотится совсем. Так, ну все, добежал я успешно до безопасной зоны. Вот такой вот лут. Сейчас кое-что переработаю. А у тебя скрапа нету, наверное, не хватит. Так сейчас тут переработаю половину. Тут попалось-то одно барахло, вот из того, что выпало, ничего ценного-то и нет. Что тут ценного-то? Ничего нету. Это я уже все знаю, находил. Всего 125 скрапа. Стену, по-моему, изучал ведь. Да, есть такая. Ну ладно, ребятки, вот так вот состоялся мой поход на космодром. В ближайшее время схожу туда еще раз. Костюмчик закопал? Да, бегу. Второй раз уже теперь. Второй раз бежу снова на крышу космодрома. Сейчас проверим танк здесь. Танк ездит. Ты будь аккуратнее. Что-то так не пушит, как-то мне не видно тяжело.
дверь закрыта. Значит, все в порядке. Открываем. Ящика нету. Так. Побежали. Танк здесь ездит. Так, ну лишь бы он сейчас в мою сторону не поехал. Уехал он. Уехал. Бежим ко второму предохранителю. Снова я взял 12 шприцов, мне их хватает прям впритык. Надо бы, наверное, конечно, брать побольше. Ну, впритык еще хватает. Почему? Видео записываю и FPS падает, поэтому я немножко так замедленно у меня все делается. А так, если видео не включать, запись, то, наверное, выбегу, еще и один шприц останется. Так, второй предохранитель. Включаем. Радиация пошла. Карточка пропала. Ее всего на два раза хватает. Хочешь конфетку вкусную? Нет, не хочу. Я записываю видео. А, окей. Молчу. Как я здесь бегаю? Молчу. И конфетку тогда не получишь. Все закончится успешно, тогда дашь. И кто похвалит за меня лучше всех, тот получит большую сладкую конфетку. Вот это мне. Нет, нет. А ты не похвалишь? Подожди, пока не могу отвлекаться, меня уже радиация лупит. Так. Поднимаемся. Ну уже по протаренной дорожке бегу. Ну, надеюсь, в этот раз я в элитных ящиках найду. Глушитель и восьмикратный прицел хочу. Так, вот тут еще бывает ящик стоит. Вон он. На одно барахло. Так, вот я и на крыше.
Угу, бомбочка одна для сатчелов. Мина, которую я еще не изучил, это хорошо. Да, на прицел не везет. Так, вот на оружие повезло. Это мне попалось, спас. Так, и что-то надо выкидывать. Что-то надо выкинуть. Так, 4 шприца остается. Все, валить надо. Так, револьвер. Револьвер питон. Так, все, уходим. 3 шприца осталось. 2 шприца. Ребятки, впритык хватает шприцов. Ух ты, упал. Упал. Здесь вот такие вот ямы. Так, последний шприц. Последний шприц. Втыкаем. Просто прям тютелька в тютельку хватает шприцов. Шприцов прям опять хватило впритык. Сколько ты шприцов с собой брал? 12? 12. У меня здоровье 22. Ну я же тебе сказала, что тебе надо больше брать. 14. Чтобы не было так, напряг. Так, а костюм-то мне выкапывать, который я закопал? Ну зачем? Пускай он там будет закопанный, на всякий случай. Так их находят тайники-то за махом. Ну ты бы так бы тайник поставил, чтобы не нашли. Нет, выкопаю и унесу домой. Ну ты там хоть что-то хорошее нашел, хорошо залутал? Из оружия дробовик спас и револьвер питон. А все остальное хлам. А прицел не нашел? Нет. И глушитель не был? Нет. Мину еще нашел. Ладно, ребятки, на этом я заканчиваю. Собственно, вот так вот. Сишку? Вот так вот бегаю на космодром.
лутаюсь. До следующей серии. Всем пока.